Друзі, знаєте, в усьому є своя логіка? От наш попередній сегмент ефіру був присвячений звільненню окупованих Росією територій і не лише українських територій. Ви зараз зрозумієте про що мова з нами зараз. Ахмат Ахмад Ахмедов, президент Ци українського конгресу народів Дагестану. Пане Ахмаде, вітаю вас. Доброго вечора. І ви зараз не просто президент Ци українського конгресу народів Дагестану. ви... А зараз військовослужбовець Збройних сил Украины, правильно? Так. Батальон ХОРТ. Батальон ХОРТ, да. А что вы можете рассказать про батальон батальон ХОРТ на сегодня? Как он воюет? Ну, могу сказать, что батальон ХОРТ был создан еще в 2014 году и имеет достаточно большой боевой опыт. Принимал участие в конфликте, начиная вот донец луганск 2014 год и по сегодняшний день батальон ХОРТ в форме воюет и на самых горячих точках принимает участие. Мы сейчас можем говорить, где самый зараз воюет батальон? Нет, не, почему не можем говорить? Лично я в составе батальона Хорт принимал э, участие в обороне Лисичанска Северодонецком. Этой агломерации. И там я провел с апреля месяц до практически конца июня. Пока, к сожалению, нами не были изданы эти города. Вот мы находились э, в этом направлении. То есть на тот момент, на конец апреля, после того, как был освобожден Киевская область и русские оккупанты ушли с этой территории. Командир батальона поставил вопрос, ну что, ребята, куда двигаемся? Ну, на тот момент был самый ожесточенные бой, и шли как раз таки в этом направлении. Это Попасный, Тошковка, Гивское, Первомайск, но ну, Зуево. Вот в этих населенных пунктах мы дислоцировались и, в общем, к сожалению, большие потери, но при этом мы, я считаю, что достойно несли свою службу. Чему вы приняли решение воевать за Украину? Но есть такое простое выражение, наверное, у нас Украина, моего народа, я имею в виду Дагестана с Украиной, один общий враг. И какая разница, на какой земле воевать, по большому счету. Но дело в том, что я помимо этого еще являюсь тренером, наставником. Я учу маленьких детишек, начиная с 5 лет, тренирую кого. Я учу этих детишек быть защитниками родины, семьи, своей, своей семьи, своих близких. И хотя я не гражданин Украины, но в тот момент, когда уже началась полномасштабная агрессия со стороны России, я как-то не смог, как многие иностранцы, уехать из страны, там, хотя были все для этого возможности и предложения разные поступали, чтобы переехал в другие страны, но не смог, не, хотел, чтобы перед этими детьми я был лицемером, который скажет, им одно рассказывал, а сам появился я по-другому. И буквально вот, наверное, самым таким ярким толчком послужило то, что о, возле нашего зала, это на Лобановском, о, ну, на Соломинском районе, на Лобановском, когда прилетела ракета, в этих домах жили мои воспитанники. Там. Точно, это же был один из первых да. пострелив по да, Киеву. Да, 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 и в этом доме жили мои воспитанники, там Ярик, Саша Добрый и Ярик, два братика, и, ну, я уже знал, что я уже никуда не уеду, я останусь в Украине. Скажите, а вам доводилось встречаться с дагестанцами с а, российского боку на поле боя? Ну, смотрите, у нас а, нигде не происходит контакта, Вы, мы же это хорошо понимаем, а дело в том, что я в Дагестане достаточно известная личность, я 15 лет был старшим тренером сборной Республики Дагестан, 15 лет, я воспитал 16 чемпионов мира из Дагестана, это мои воспитанники, я был старшим тренером сборной России, и меня хорошо знают на всей территории России, достаточно известен. Вот. И очень много моих воспитанников, в том числе, служат контрактниками в вооруженных силах России. Естественно, у меня бесконечная переписка, бесконечные обвинения. Вы, я не знаю, вы знаете или нет, там, меня показывают по всем телеканалам, что я ну, в общем, предатель родины, предатель мусульман, предатель в общем, в интересах США и все остальное. Там, ну, в общем, всякую грязь льют на меня, на мою семью и так далее, которые, к сожалению, остались в России, Дагестане на сегодняшний день. Вот, и <laughs> у меня очень большой контакт, очень много обсуждений, очень много грязи, в том числе я веду активно в принципе и свои социальные сети, страницы на со соцсетях, и э, очень много общения. Но я хочу сказать, что с первого дня до многих, мне, мне кажется, я уверен в этом, что да, смог достучаться, достучаться, смог сделать так, чтобы они не уехали в Украину, смог сделать так, чтобы некоторые ушли вообще с вооруженных сил России. То есть, ну, то, что в моих силах, я внес лепту и продолжаю этим заниматься. А много дагестанцев воюют за Украину? О, к сожалению, не очень много. Расскажу прямо, вот, как оно есть. О, на сегодняшний день никаких механизмов защиты нас, граждан России, мы дагестанцы, граждане России, да, будем учитывать, об этом говорит. Нет никаких механизмов государственных, таких гарантий о, нашей безопасности. Вот элементарно. На поле боя легко попасть в плен, там потерял сознание и так далее, все что угодно происходит. Но нам пожизненный срок светит в России, нас не обменяют как военнопленных, как э, военнослужащих э, вооруженных сил Украины. То есть у нас лишение многих государственных таких э, гарантий со стороны этой страны. Но поверьте мне, если э, на сегодняшний день руководство страны, в принципе, уже внесли законопроект. Верховную Раду о том, чтобы вот, тем, кто служит в составе вооруженных сил Украины, что будут по обращенной системе выдавать гражданство. Вот. В таком случае в разы увеличится, увеличится желающих воевать за эту страну, принимать участие в этом военном конфликте. А мы, дагестанцы, умеем воевать, и мы, в принципе, вы знаете, что несколько столетий у нас идет настоящая война на территории Дагестана, Северного Кавказа, и эта война, в принципе, не останавливалась. Идет, с одной стороны, со стороны России, это геноцид моего народа, но с другой стороны, мы как можем какими-либо силами, мы стараемся противостоять этому. И сегодня Украина, я вам еще раз повторюсь, не только моя любовь к моим воспитанникам и так далее, быть примером, быть а, тем, кто говорит и делает, но и а, вековая вражда с этой страной, с этим а, мировым террористом, с этим злом. Знаете, Вы ви меня передали, потому что я хотел спросить про украинское гражданство. Вы считаете, что в ближайшее время это вопрос может быть вырешено? Я думаю, что э, процесс запущен, а то, как быстро это будет решено и какие все-таки категории э, граждан России, которые проживают на территории Украины, в момент вот начала военного конфликта, вот э, это будет, наверное, зависеть все-таки от тех э, комитетов, которые будут заниматься разработкой этого закона. Но во всяком случае, я сделал все для того, чтобы мы были услышаны. Ми хочемо жити, ми хочемо бути в И, естественно, Ми хочемо бути повноправними гражданами страны. Що ви думаєте про тих хлопців, яких дагестанців, яких Путін жене на цю бійню та на цю війну проти України? Вони розуміють, що вони тут є окупантами, і що їх підписали на вбивство, та, на вбивство людей, часто мирних людей. Я думаю, що. здравые категории населения, в том числе моего народа, представители моего народа, понимают, что тут происходит. Я уверен, что нет такого. Мы там на учение приехали, и там мы просто там постоим, защитим, охранять, охранять, будем там какие-то территории на освобожденных территориях. Нет, это неправда, это лицемерие, это вранье будет с их стороны, если они будут говорить. Я уверен, что они понимают, куда они идут. Если сегодня они принимают такое решение, они для меня такие же враги, как и русский солдат. А много Путин рекрутировал дагестанцев? Знаете, Дагестан, Путин и его собаки, которые у нас там служат, его представители, генералы, наместники, они не спрашивают у дагестанца, хотите вы воевать или не хотите. Они просто вот так тупо ходят, с машин высаживают, закидывают в эти военкоматы и отправляют. Даже нету, поймите, это, это страна террорист. Но если сегодня весь мир об этом говорит, значит это имеет место быть. Вот, и то есть сейчас вот эта мобилизация в Дагестане продолжается? Он не останавливался. Что бы кто бы ни говорил, он не останавливался. Вот буквально недавно последнюю группу из казаков, из казаков, знаете вообще казаки как оказались, да, во время Екатерины? второй казаки оказались на Кавказе, в Дагестане в том числе. Там Тирский берег, вот охраняли казаки от нас, дикарей, защищая Россию. Вот эти казаки, это как раз таки казаки, которые были переселены с территории Украины на Кавказ, на Северный Кавказ. Вот из казаков была в последний раз сформирована группа и отправлена в, в Украину, а в Дагестане вот, больше действует оккупационная администрация, или там есть свои представители? Ну, вот как в Чечне, Рамзан Кадыров, например, да, который ведет, ведет кадыровцев на войну. До 2015 -го года, -го года в Дагестане были руководители из числа местного населения, но с 2015 -го года политика Кремля кардинально изменилась, она поняла, что нашим людям, скорее всего, не стоит доверять, ну, видимо, это же решение, допустим, нападение на Украину, я думаю, что а это не было принято вчера или позавчера, да, там, скажем так, как есть. Это, наверное, было принято решение еще, если Джихар Дудаев 30 лет назад говорил об этом, значит, эта информация где-то была засекречена, и эта работа планомерно велась. Я думаю, что руководство Украины точно так же это знало и понимало еще 30 лет назад, когда отказывалось от ядерного оружия и, там, и от всех вот этих возможностей для защиты своей страны. И я понимаю, что эта работа шла, и поэтому у нас в Дагестане для того, чтобы не было лидера, который мог сказать, нет, мой народ не будет участие принимать в такой убийственной, оккупационной, агрессивной войне. Поймите, дагестанцы никогда, никогда дагестанцы не воевали, не нападали ни на кого. Дагестан всегда защищался и разбивал таких великих Иранских шахов разбивали у нас в Дагестане. У нас, для того, чтобы пройти через наш город Дербент, которому 5000 лет, они платили дан, когда они проходили через наш город. Ну, да, они нападали там на европейские какие-то страны и так далее. Они шли глубь Европе через Дагестан. Но они платили дан. Они не связывались с нами. И иначе они знали, что их там разобьют. Мы всегда разбивали врагов мимо нас. Но последние 300 лет вот война, которая была с Россией, ну, она 101 год продолжалась. Вот, мы эту войну проиграли, потому что, ну, проиграли по разным причинам. Сейчас воевали, как могли, шла война, и мы потеряли очень большое количество людей. Элементарно представьте себе, вот народ из Черкесии, да, на Северном Кавказе, народ Черкесии. Их всего в мире 9,5 миллионов человек. На исторической родине, на исторической родине, это Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Адигея, вот эта территория, там проживает всего полтора миллиона. Остальные 8 миллионов черкесов проживают, э, ушли из родных земель, они изгнаны русской властью, э, царской Россией. И да, по сегодняшний день этот геноцид продолжается этого народа, не только этого, да, и всех народов Северного Кавказа. Они проживают на территории Турции, Ирана, там, и Сирии и так далее. То есть они вот ушли. Клину аж до э, Арабских Эмиратов. Их вытеснили. Вытеснили, вытеснили С родной да. земли вытеснили. Да, вытеснили. Геноцид, настоящий геноцид. Просто вырезали. У нас же села уничтожали. Вы поймите, вот в э, Дагестане есть села, где в каждом дворе есть э, могилы. Там 4, 5, там у каждого смотрят, но ну, небольшие могилы в каждом дворе. Когда во время осады царской России... У нас не было возможности хоронить на сельском, там, на центральном кладбище людей, и хоронили прямо во дворах. По сегодняшний день вы можно просто, там есть село Салта, Гунипском районе, можете приехать просто, или там в интернете в бит, и вы увидите, что в каждом дворе есть кладбище. Нас уничтожали, нас уничтожают. Наверное, самая трагическая история нашей нашего противостояния с Россией, возможно, даже было не до окончания Кавказской войны, а именно после окончания Кавказской войны, вот когда именно начался геноцид наших народов. Да, мы проиграли, да, мы подписали там мирный договор якобы о добровольном ухождении в состав России, но на самом деле мы же понимаем, что был уничтожен. Это маленький горский народ, у нас не было пушек, у нас не было оружия, у нас мы во многом нуждались, и мы по всем параметрам, количество людей, населения, и так далее, огромная Россия, маленький Кавказ, Северный Кавказ, Дагестан, Чечня, это Имамат был на тот момент, мы проиграли эту войну, но самые трагические страницы именно начались после того, как мы проиграли. Вот когда начали уничтожать село за селом, ученого за ученым, каждого представителя нашего народа, более ярких, более видных, более достойных, или в силку и так далее. Лично вот в моем роду, я вот скажу о своем роду, моего прадеда посадили в тюрьму и всех его сыновей. И когда они умерли в этих тюрьмах, в Ереване, в Воронеже, некому было, у нас в роду не было мужчин, которые могли поехать их похоронить или забрать их тело, похоронить, как у нас принято, на родной земле, предать земле. Вот не было. Их просто, они все там остались, в этих тюрьмах, там же где-то они похоронены, мне не знаю, кладбищ своих предков. Вот что с нами сделала Россия. И вот Путин же хочет то, что они называют э, какие-то договоры подписывают с Украиной. скажите, От мені здається, що народи, зокрема і Північного Кавказу, вони ну, якось дуже роздріблені. Чи можлива консолідація заради того, щоб, нарешті, виграти цю війну з окупантом, з Росією. Ну, ви же прекрасно знаєте, що в Москве є цілі інститути, які працюють над тим, щоб розсурити народи між собою. Вот элементарно, это э, горячие точки на территории Украины, Донецк, Луганск, да? на территории Грузии, это Абхазия, Осетия, на территории Молдовы, Приднестровья. То есть Россия умеет создавать такие точки, и оно работает. Вот сегодня буквально несколько дней у нас на территории Дагестана происходят огромные протесты. Дело в том, что сегодня глава республики, это Меликов, генерал майор Меликов. Он внес законопроект об изменении Конституции Республики Дагестан, согласно которой он, как глава республики, не отвечает за территориальную целостность. О чем это говорит? Вот представляете? И вот, вот сейчас вы увидите, этот закон проташут, какие-то земли Дагестана отдадут там Чечне, ну, скорее всего, вот все идет к этому. Какие-то земли отдадут Азербайджану, какие-то земли отдадут еще там Старопольскому краю и так далее. И знаете, к чему это все приведет? Это будет война. Это будет война между, война между народами. народами. Да, между народами. Вот сегодня несколько дней у нас там ожесточенные такие противостояния. Люди протестуют, ходят там, забыли эти госсоветы, там, администрации. но ну, люди Люди понимают, что сегодня Дагестан ждет такой, но ну, закладывается бомба замедленного действия на территории Дагестана для того, чтобы в нужный момент наш народ не занимался проблемами с Кремлем, наш народ занимался проблемами с соседями. Вот что создает сегодня политика Путина. Но надо быть идиотом, чтобы это не понимать. Надеюсь, мой народ как бы выберет правильный под. Ахмада, вы меня запросили в Махачкалу, я же не помиляюсь. Да, мы, мы, поедем обязательно в Махачкалу, поверьте мне, мы поедем. Знаете, я с первого дня, как нахожусь в вооруженных силах Украины, я ребята, с которыми я дружу, из числа украинцев, парни, с которыми я дружу, я им всем говорю, смотрите, ребята, я сегодня с вами. Я рискую своей жизнью, нахожусь рядом с вами. Будьте добры, когда начнется вот там у нас в Дагестане, поехать с нами. И знаете, Никто еще не сказал, мы не поедем в Дагестан воевать против России. Все сказали, да, мы поедем. А что нужно сделать для того, чтобы можно было ехать в Махачкалу, как вы уважаете? Ну, сегодня, повторюсь еще раз, нам нужна победа в Украине. Без победы Украины над Россией не сможем освободить Кавказ. Наши все надежды, надежды моего народа связаны сегодня с победой Украины над Россией. Только после этого мы будем думать о том, чтобы уже расчленить Кавказ и остальные другие территории, оккупированные территории России. Я уверен, что нас услышат и в Дагестане. А, что бы вы сказали сейчас ребятам в Дагестане, которых Путин, намагает, ну, Путин пытается призвать в российскую армию, ну и фактически превратить их в убийц? Но надо быть бесходной скотиной, чтобы служить тем, кто уничтожал наших предков. Надо быть, я не знаю, насколько тупым, настолько бессовестным, настолько продажным, чтобы ради зарплаты или от того, что там Путин захотел, идти в эту армию и на эту преступную войну. Я не знаю, каким идиотом, быдлой, тупым нужно быть. Вот у меня других слов просто нету Для того, чтобы служить сегодня у Путина, у царской армии, у русской армии, составе русской армии, нападать на другую страну, убивать эти города, сжигать их и так далее. И еще этим хвастаться, еще рассказывают что они участники там боевых действий, получили там орден за мужество, так орден замужества Кресты вышивают мусульманам но ну, мусульман который носит мусульман который носит крест, это не мусульманин уже но это настолько издевательство со стороны руководства россии да, вот именно всем вручает ордена замужества и в виде креста вы представляете, мы мусульмане носим кресты. Но это не мусульмане, это просто тупое быдло, которое служит. Ну, у меня просто нет слова. Их просто нужно уничтожить. Я так думаю, что другого варианта, к сожалению, нет. И те, кто идут, это должны понимать. Мы рано или поздно вас уничтожим, и вы будете все равно потеряны. Ахмада, что вы зараз думаете про характер боевых действий, которые бывают. Но ситуация непростая. Если бы у Украины было достаточно вооружений, мы бы давно были там уже, там где-то в глубине, там, ну, достаточно глубоко сидели бы там, под Сталинградом, скажем так. Ну, Поверьте угу. мне, если бы в Украине было вооружение. А по духу, ну, я полюбил этот народ, за его духу. Я знаю, кто такие казаки, я знаю, кто такой украинцы, настоящие воины, настоящий свободолюбивый народ. Но я в этом убеждаюсь каждый раз. Поэтому этот народ докажет еще и не раз, кто такой украинец, настоящий украинец. Я не говорю сейчас за этих продажных, за этих слабых, за этих ну, мелких интригантов и так далее. Я говорю за настоящего украинца. Поэтому немножко оружия, немножко поддержки со стороны Запада США. И поверьте мне, мы будем он там где-то под Сталинградом. Украинцы воины? Украинцы настоящие воины. Разве это не так было? Знаете, вот у нас в Дагестане, на Кавказе, есть так, был такой у вас парень, Сашка Белый. Он же был начальником охраны у Джахара Дудаева. И таких украинцев у нас было много, которые воевали на стороне наших народов против России. Так что мы знаем, кто такие украинцы, и они знают нас, кто мы такие. А на Кавказе возможен лидер, который поведет за собой народы, за свободу? Уверен, что на Кавказе много лидеров Которые смогут это сделать Какая помощь для этого нужна, как вы считаете? Вот сегодня... Повторюсь еще раз, победа в Украине Вот наша главная, на сегодняшний день Главная задача всех народов Оккупированных народов России Это победа в Украине После этой победы, как вы думаете, что будет с Россией? Я думаю, что Россию нужно расчленить Оставить вот эту Москву и ее, С ее проклятым режимом и все будет хорошо. А Дагестан может стать независимым? А Дагестан обязан быть независимым. Мы все сделаем для того, чтобы я жизнь свою отдам, для того, чтобы Дагестан был независимым. И таких я миллионы. А Чеченская республика Ичкерия? Она не менее, чем Дагестан, заслуживает свободы и независимости. Какие отношения у дагестанцев с чеченцами? С дагестанцами чеченцы всегда были братьями. Кто бы что бы ни пытался делать, мы всегда решали свои вопросы и всегда были братские отношения. Я просто не допускаю, что в Дагестане, Чечню кто-то мог рассорить. Да, они будут ссорить, но времени вот такие лидеры, которые там ставят, ставленники Кремля. Но народы нас не рассорят. Это мои братья, я с ними дружу, я с ними общаюсь. Я, я не знаю, это мои братья, которые ради меня готовы. Ну, я ради них. Что вы про кадыровцев думаете? Да я даже говорить не хочу. Вот представьте себе. Чечне вот с время правления Путина, за последние его 20 лет правления, да, было убито около 300 тысяч населения. Маленькая Чечня, это одна третья часть населения. Это, если там 900 тысяч человек было, 300 тысяч убито Путиным. Это чей-то семье, чей-то в роду. Ну, чей-то родственник. Обязательно тех, кто сегодня жив, это чей-то родственник погиб от агрессии Путина. Сегодня идти и служить Путину, я не могу понять, это что в голове должно произойти для того, чтобы вот пойти на такое. Я просто не понимаю. Знаете, вот есть, такое, есть такая фраза, битая фраза старая. Пришло время детей служить убийцам отцов. Вот что сегодня происходит. Это вообще выправить можно? Исправить, Исправить эту думаю, ситуацию? Я думаю, что оно исправится. Немножко просто рассчитать эту ситуацию. Победа Украины. Я вот буду повторять, победа Украины. Вы воюете за Украину, вы защищаете Украину, а, и, ну, вот, вы чувствуете, что с силы Украины, это ну, многонациональный организм. Мне бы хотелось, чтобы она стала многонациональным. Мне бы хотелось очень этого, но я пока не могу этого, к сожалению, сказать. Вот честно, говорю, как есть. Это не упрек. Но есть белорусские подразделения, да? Есть... Нет, есть очень много иностранцев, но это такая, скажем так, 90%, 90%, 95% всей нагрузки этой войны на народы Украины. Будем говорить об этом честно и правдиво. Не так уж много этих иностранцев, как вот пытаются там рассказать и так далее. Но но я вам еще раз повторюсь, один из механизмов привлечения иностранцев, в том числе россиян, в эти национальные батальоны и так далее, вооруженные силы Украины, это дать им гражданство, показать, что есть какие-то государственные гарантии, под которые мы попадаем. Ахмада, дякую вам дуже. Дякую. Так, ну і так як ми з вами домовилися, що і Махачкала, і Дагестан буде, буде вільною країною. Іншалла, іншалла, іншалла. Спасибо большое. Дякую Спасибо. дуже. Спасибо. Ахмад Ахмедов, друзі, з нами, президент всеукраїнського конгресу народів Дагестану і військовослужбовець Збройних сил України. Дякую, Благодарю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.